приехали в Хабаровск с сыном. Диагностический центр микрохирургии глаза. Диагностический, хирургический. Вот. Здесь несколько центров есть. Отделений, вернее. Девочка, не подскажете зарядку на телефон? Нет. Здесь вот такой заборчик. Красиво. Очень много машин. Все приехали. Кто на операцию, кто на диагностику. Здесь заходишь, большая-большая территория. У них несколько отделений. Такая территория. Вот. Это территория. Все. Вот за забором. Такая здесь и красота. Чисто все ухожено, красиво. Но сегодня мы приехали только на диагностику. Диагностика будет, наверное, часа 4. Ёлка на территории красивая. Магазин у них тут. Оптика сразу продается, если кому-то нужно. Большое здание. Вот какое. Большое. Тут же весь стационар в этом здании. То есть люди на операциях здесь, каких-то сложных, сложных. И вот рядом корпус такой одноэтажный. Это диагностика. Первичная. То есть все, что сначала через диагностику, а потом уже на операции люди идут. Летом здесь, конечно, вообще хорошая территория. Мы здесь уже были. Можно сидеть на лавочках. Вот такая парковая территория, лавочки. Диагностика. Основал данную клинику этот вот замечательный человек Святослав Фёдоров. Здесь же ему такой монумент. Красивые елки посажены, конечно, все тоже. Внутрь не пускают сопровождающих, поскольку сейчас пандемия. Вот это все территория. Большая-большая территория. Огороженная. Ну вот, я буду спать. Такая вот Хабаровская клиника. Приехали, микрохирургия глаза. Очень много людей, машин, всего-всего. Сейчас зайдем на территорию.
подхожу к территории. Не скажу местному. Это территория. Здесь такая парковая зона. Большая, красивая. Вот такая. Вот здание микрохирургии глаза. Здесь диагностика и стационар. В городе Хабаровск. Посередине вот елочка. Здание большое есть. Вот. Это стационар. Вот такое здание. Красивая. Здесь делают операции. Здесь рядом одноэтажная клиника, отделение диагностики. Основал и создал клинику. Это снег Фёдоров. Вот такой великий человек. Диагностика. И маленьких, и взрослых принимает. Это все территория клиники микрохирургии глаза в городе Хабаровск. Сегодня снова приехали уже на операцию. Снег ночью был. Thank you.